Еще один корень нас сегодня будет интересовать. Это корень скак. Чередующийся с корнем скак, скотч. У нас есть прискакать, но... Выскочить, скажем. Скак и скотч. Тоже от чего зависит написание в корне? Если «х», то пишем «а». Если «ч», то пишем «о». Не без исключений. У нас есть слово «скачок». Скачущий. Скачущий – это не исключение, согласитесь. Там под ударением. А. Правда? Скачущий. Скачок. У нас есть разные формы глагола «скакать». Итак, «скакать». Я что делаю? Скачу. Скачу. Правда? Ты что делаешь? Скачешь. А это под ударением. Под ударением скачу. И здесь ничего страшного нет. Скачешь. Но он зато... Скачет. Здесь снова ударение. Я скачу, ты скачешь, он скачет. Но зато, кого мы называем выскочкой? Выскочка. Выскочка. Да, который застревает в чужих разговорах. Вмешивается, может быть, так еще. Это тот, ну, буквально он скачет, тот резко выпаливает что-то, ни у кого не прийти разрешить до этого. Все делает вне очереди. Что-то делает вне очереди, да? Он выскачка или выскочка? Выскочка. Выскочка. Откуда только знает? Это нормальное правило. Выскочка. Правда? Состоит предложение с нашими словечками. Может быть, с корнем лош. Может быть, с корнем раст, рос или росли. Может быть, с корнем скак, скотч. Но так, чтобы там было слово выскочка. Давайте начнем с выскочки. У нас в школе, в которой 732 ученика, 562 выскочки. А может быть даже 562 выскочки. 562 выскочки или 562 выскочки? 562 это детство, а 562 это мужское. Слово «выскочка» – слово не мужского и не женского рода. Какого? Не среднего. Оно же не выскочку. Выскочку. Это слово общего рода. Общего. Не среднего. Общего. Это значит, что мы можем соединять его со словами и женского, и мужского. Просто две и два. Это раз. Еще. Два выскочки. Это, ну, допустим, два выскочки. Две выскочки. Это, скажем, вы. Две выскочки. Так, Макс, мы с тобой, скажем, два выскочка. Выскочки. Мы с тобой два выскочки. Да? Отлично. Или две выскочки. Страшные выскочки. Большие выскочки. Или... Маленькие выскочки. Игрушечные выскочки. В среднем роде можно это удавить выскочка.
Какое-то небольшое выскочко. Нет, конечно, да? Он или небольшой выскочка, или это она небольшая выскочка. Правда? Так, еще. Целые стихи. Выскочка. Раз это он. Правда? Так, еще. Где собака выскочка? Всегда, когда я разговариваю, втаскивает свои. Выскочка ела бутерброд. Выскочка захотелось пить. Выскочка поехала за водой в Москву, потому что он любил только газировку. Стихи? Вольные. Это некий верблюд, да, можно посмотреть, да? Выскочка ел бутерброд, да? Выскочка захотел пить. Выскочка поехал за водой в Москву. Ничего себе. Он любил только газировку, да? Газировку, а то газ, правда? Да, газировка. Да. Значит, это он сегодня выскочит, выскочит, надеюсь, да? Последний раз. Ужас. Выскочка заблудился в зарослях. Как? Скотч? Выскочка, когда прыгал с трамплина, он превратился в кенгуру. Когда выскочка прыгал с трамплина, он... превратился в кенгуру. Чем эти корни похожи между собой? Так, так, у них чередуются гласные. Да, мы пишем то О, то А. В зависимости от чего? От следующей чередующейся. Да? Согласный. Отлично. Ярким летним днем на скачках скакали очень быстрые лошади. Вот из-за поворота выскакивает и догоняет. Какая-то выскочка из наездника. А за ней летит какой-то выскочка-попугай. Ну, такое сложное, сложный текст. Выскочка вышла во двор. Выскочка прыгнула на качели. Выскочка сделала солнышко. Выскочка сильно упала. Так, хорошо. Я бы сказал, что он залезает, да? Ну, понятно, что такое залазит, то по-русски не так, правда? Залезает. Вот наши три корня.